Мастер Сплиттер, попробуйте эту замечательную пиццу с пепперони. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Что мы сегодня готовим? Мы готовим пиццу пепперони. Пицца носит название салями, родом из Италии. Это блюдо для тех, кто любит погорячее, ведь колбаса славится своей остротой. Кстати, этот ингредиент содержится в трети от всех пицц в мире. С чего начинается приготовление? Мы делаем тесто-заготовочку, то есть прокатываем роликом, чтобы не было пузырей, потом в печи она не вздулась и не превратилась в угли. И далее будем мазать соусом легкими круговыми движениями. Мы наносим соус томатный для пиццы, итальянский. Что в состав соуса входит? Протертые помидоры, орегано, базилик, масло оливковое. Выкладываем пепперони. Пицца пепперони. Любимое блюдо кунг-фу четверки. За внушительную историю комикса «Черепашки-ниндзя» перепробовали как минимум столько пицц пепперони, сколько выходило эпизодов мультфильма. Вот наша пицца. Готова.